Молодая и опытная душа как появляется? Вот, ну, молодые души, они появляются откуда-то? Да. Сейчас же, ну, подумайте, да, у нас сейчас 8 миллиардов на Земле, да? Mm-hmm. Ну, не хватает душ, которые перерождаются. Потому что там, ну, недавно был миллиард, да, недавно там. Вот, поэтому новые души появляются. А примерно каким путем нельзя объяснить? Очень вопрос крутой. Ну, примерно, как я понимал, есть абсолют, как ну, Творец, Бог, Всевышний, называть как капля от моря. Да, и от него отщепляется кусочек. И а вы смотрели мультик «Душа»? Душа, да, я тоже да. Там очень классно показали, что есть характер у малыша, у души, у маленькой души, у нее уже есть набор качеств. Хитрый, там, ловкий, там, умный, неумный, вообще любой. И с этим качеством она уже идет в жизнь. Но есть свободный выбор качества, опять же, да? То есть какие-то качества мы сразу получаем, какие-то мы развиваем в жизни. То есть, ну, конечно, все бы себе выбирали какие-то качества. Вообще, по психологии.